На один день парковая зона Мемориала Победы превратилась в туристическую тропу. Более 200 школьников и студентов Улан-Удэ собрались, чтобы показать свои навыки и умения, которые актуальны далеко от городских стен. Они покажут свою технику в пешеходном туризме, покажут свои знания, навыки в области топографии, определения азимута, покажут свои знания в краеведческой викторине. Каждая команда должна преодолеть несколько этапов. Кочки, стрельба из пневматического оружия, сборка и разборка автомата, вязание узлов. Для тех, у кого не получилось, организаторы проводят мастер-классы. Отрихтовали. Посмотрите, рихтовка, это значит, чтобы каждая веревочка параллельно, никаких перекрестков не было. Контрольный узел. Самый трудный этап – переправа. На преодоление всего 10 метров ребята тратят уйму сил. Однако это только поднимает настроение участникам. Интересно было узнать, что тут делают, как это все проходит, какие эмоции там, какие люди участвуют. В общем, померите силами с другими учениками из таких же школ. Победители и участники соревнований будут награждены 10 октября в администрации города. Мария Токмакова, Евгений Павлов, Новости дня.